Противники переименования ивановских улиц и площадей продолжают сбор подписей. Силами оппозиции коммунистов с каждым днем увеличивается список несогласных горожан с инициативой мэрии. Окончательная цифра станет известна в понедельник, к началу общественных слушаний. Пока только на пикетах собрано около 1000 автографов. В субботу активисты работали у Химбанки. Тут несогласие высказывают в основном студенты. Вот за вчерашний день мы конкретно собрали порядка 150 подписей. Вот, это вот конкретно наша работа. Сегодня мы планируем собрать еще больше. Сегодня у нас намечено 3 мероприятия.